Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 8-го каталога Faberlic. Расскажу вам отзывы о новинках, отвечу на ваши вопросы. Итак, поехали. На обложке у нас сразу новинка этого каталога, это мужская водичка Адреналин. Мы ее уже больше недели с мужем тестируем, очень нравится, девчонки. Кто не пробовал, возьмите пробник. Пробник уже давно доступен к заказу, но VIP-ом уже водичка доступна. Ну, классная. Ну, вот реально классная. Я описывала ее в обзоре заказа. Мне безумно нравится чувствовать этот аромат на муже. Но сразу хочу сказать, она, ну, не такая стойкая, допустим, как парфюмерная вода от других брендов, да. А я слышу ее на нем достаточно долго. Наверное, просто это наш аромат, слушайте. Потому что, когда на следующий день он одевает, допустим, ту же кофту, ту же толстовку, да, одевает, если принюхаться, аромат тоже присутствует. Но она вот такая насыщенная, яркая, громкая, часа 2-3. Потом уже аромат такой достаточно деликатный. Но в целом устраивает стойкость, потому что, ну, большего и не надо. Большего и не надо, когда задыхаться начинаешь. Нет, нет, еще раз нет. Так, здесь у нас по парфюмерии. Парфюмерию на лето я вам уже рассказывала, можно немножко быстро пробежаться. Это Каори Бамбу, свеженький, классный аромат. Вообще, кто что любит на самом деле? Вот, на самом деле, кто что любит, кому что подходит. Так, обещала ролик на Дзене, обязательно сниму, или уже он там есть, может быть, раньше обзор каталога выйдет по жидким матовым помадам, потому что снимала про гель для усиления завитка ролика. Девчонкам очень понравилась помада. У меня там было 3 намешана. В общем, самые такие ходовые оттенки. У меня этих помад есть. У меня даже, по-моему, оттенков 5 или 6. Надо все найти, поискать. И про Сочи сделаю коротенький ролик на Дзене, тогда выложу. Потому что помады действительно достойные. Помады действительно стойкие. Помады очень крутые. У нас тут каталог такой интересный. То обычно вот пасты, они все в конце, а тут в начале все прям в перемешку. Кстати, вот по поводу вот этого шампуня 200+, очень рекомендую присмотреться. Он вообще крутецкий. Он очень крутой. В каком плане? Во-первых, мне кажется, он однозначно подойдет тем, у кого какие-то другие шампуни вызывают зуд. Есть такие шампуни, есть такие не то, что шампуни, а просто это не, даже не Faberlic, а в принципе. Можно в масс-маркете купить шампунь, будет тоже зуд кожи головы, да? Вот этот 200+, он просто великолепный. Вот здесь вот как-то все идеально. Во-первых, у него действительно расход минимальный. Очень удобно, что здесь есть дозатор. Это безумно удобно. Пенится отлично, просто прекрасно. Ухаживает за волосами. Вот для меня почему идеальный шампунь? Потому что ухаживает за волосами, они выглядят достойно, ухоженно, без утяжеления и без последующего применения масок, бальзамов, несмывашек. Вот он прям крутой. Могу отметить, из всех шампуней Faberlic он очень классный и достойный внимания. Кто не пробовал, прям очень рекомендую. Так, едем дальше. Дальше у нас с вами уход. На лето уход, кислородный баланс. Где он у нас? Вот он. Дневной крем для лица. Он матирует. У кого прям жирная-жирная кожа, присмотритесь к этой линейке. Еще очень люблю на лето, особенно когда жара прям. Я вообще, в принципе, его люблю. Очищающий гамаш. Кстати, классная на него будет цена. Надо обязательно будет взять. Он как будто очищает кожу до такой степени, что после умывания ты чувствуешь, как сквозь нее проникает кислород, кожа начинает дышать. Вот прямо освежает, как будто там есть какая-то мятка, ментол. Смотрите, нормализует работу сальных желез, вот что тоже очень круто для жирной кожи, да. И вообще на летний уход, как умывашку, я прям на каждой дневной основе, на утреннее умывание использую этот гамаш, мне очень нравится. По уходу, что еще у нас тут с вами? Ну, куркума. Кому нравится, пожалуйста, мне дневной крем не зашел, потому что он у меня блестит как просто жирный блин, хотя здесь всего SPF 15 на теплое время года. Сыворотка зато подойдет, крем для век подойдет, ночной крем отлично подойдет. Ночью можно питать, не можно, а нужно все равно питать кожу, даже в жару обязательно. Смотрите, 1 плюс 1 равно 3, у нас маски будут, миски не надо будет тоже набрать, я их очень люблю, они мне нравятся все три. Все три работают. Больше всего мне нравится кафе латте, на втором месте грин ти и на третьем шоколад латте. Классные маски прям пощипывают, и эффект действительно виден. В серии Мискини тоже есть у нас много средств с SPF. Сейчас надо уделять этому особое внимание, чтобы не было фотостарения лица, чтобы не было у нас с вами пигментных пятен, лишних морщин и так далее. Мне серия Мискини не очень подошла. Я могу оценить только сыворотку, ну, крем для кожи вокруг глаз, сыворотку для глаз, а вот средства дневные и ночные мне не подошли. И блюр тоже мне совсем не понравился. Но тут, опять же, на вкус и цвет фломастеры разные. Если нравится, пожалуйста, здесь тоже есть SPF-защита.
Поэтому, причем она у нас здесь хорошая, тридцаточка, да, тридцаточка в дневном креме, и цены будут вообще просто прекрасные. Так, линейка ICU, у нас на скатку будет 45% скидка, но, по-моему, в девятом каталоге на нее вообще 55%. А, тоже вещь, которой нужно присмотреться, чтобы хорошо очищать свою кожу. А гель ICU Aloe Vera можно по VIP-программе, кстати, взять со скидочкой. Он будет около 400 рублей. А так он не дешевый, но это действительно крутая вещь. Этой банки хватит однозначно на целое лето. Единственный момент, что с ним можно переборщить, и тогда будет липкость. Его нужно прям совсем чуть-чуть запечатать сыворотку. Прям вот совсем чуть-чуть, и кожа весь день себя будет чувствовать прекрасно, не будет никакого недостатка влаги, и в то же время идеально подходит для жирной кожи. А вот эта серия тоже на лето прям просто прекрасно. Себа Баланс. Замечательная. Но крем здесь не матирует, допустим, как кислородный баланс. Он хорошо увлажняет. И если кожа очень жирная, то даже его может быть многовато. Роллинг гель прекрасный. Маска для глубокого очищения, кстати, давно не брала. Ценник на нее уже. О, какой прям. Тоже по VIP-программе можно рублей за 300-280 взять. Так, что у нас дальше интересного? В следующем девятом каталоге выйдет серия Гардерика. Обновленная Гардерика, Гардерика. Она и так уже улучшенная формула. У нас там тоже пишут, что еще как бы более улучшенная. И новые тюбики. Новые тюбики, поэтому серию тоже обновляют. Я продолжаю пользоваться сывороткой Реноваж. И летом буду пользоваться на ночь. Меня вполне устраивает. Вот кожа у меня прям кайфует. И массаж перед сном сделать. Либо с помощью там, моей щетки, либо с помощью баночки. Сделать массаж шикарно, идеально, просто прекрасно. Ботаника. И вот летняя у нас с вами серия. Для тела мне очень нравится. Для детей мне очень нравится. Надо, кстати, запасаться. Мы наконец-то купили билеты на отдых. Надо взять, пока хорошие цены у нас с вами есть. Может быть, что-то тоже по программе. Хотя нет, и так цены вполне адекватные. Мне не нравится для лица. Только вот для лица мне не нравится. Потому что даже на море с ним некомфортно. Не то, что в городских условиях. Потому что кожа будет реально блестеть. Вот как здесь у модели. Некомфортно. С таким на лице мне некомфортно. Но тем не менее защищаться все равно надо. Как ни крути. Защищать лицо, кожу свою надо. Особенно на юге, чтобы не вернуться потом с пигментными пятнами. Сегодня у меня в чате, в Телеграм, девочка пожаловалась вот на эту тушь So Long, да, недавнюю новинку. Сказала, что у нее прям комочки-комочки, даже фотографию сделала, выходит. И несколько клиенток у нее тоже. Это не мой консультант, это вот просто в чате моего канала девочка, пожалуйста. Спросила, так или нет. Но мы все как бы написали отзыв, что у нас все прекрасно и просто все идеально. Вообще это тушь всех времен и народов. Самый любимый, могу сказать смело, сейчас является для меня Faberlic. Во-первых, не отпечатывается именно ее, я возьму с собой обязательно на море. И никакую другую. Это термотушь. Это, ну, это просто супер. Это просто супер, это просто класс. Она великолепная, удлиняет просто шикарно. Реснички с ней можно наслаивать безумное количество слоев. Я даже 4 слоя делала, вообще никаких комочков. Поэтому здесь, наверное, нужно задать вопрос в обратную связь. Возможно, была действительно какая-то партия не такая. Или что-то, не знаю, но а что с ней могло случиться? Ну, может быть, была транспортировка как раз в момент вот этих вот морозов, снегопадов, может быть, что-то нарушилось в составе, не могу сказать. В следующем каталоге у нас будет новые две туши в серии коллаген. Будем тоже тестить, интересно на самом деле. Про тональники на лето ничего вам говорить не буду, потому что я ими не пользуюсь, как бы летом, вам не советую. Пусть кожа дышит, защищаем ее, но тональники я не люблю, мне нравится, когда кожа загорелая, я не люблю вот это все бледное, мне совершенно это не нравится. Вот опять у нас парфюмы, каталог, я прям говорю, в перемешку весь. Тут класснючая просто акция, любые два продукта, 299 рублей каждый. Это отличная цена для серии Blondecon. Здесь абсолютно все средства рабочие, все великолепные, все просто потрясающие, ухаживают за волосами, действительно нейтрализуют желтизну. Шампунь и маска, они прям темного такого цвета, вот самого темного прям. А бальзамчик, он такого цвета, как сыворотка, то есть светленький. Вполне достаточно шампуни и маски, если у вас действительно блонд, который уходит в желтизну. И вы об этом просто забудьте при регулярном использовании. И плюс, даже без маски шампунь, он круто ухаживает за волосами. Мне совершенно не сушит, а маска их просто ламинирует. И плюс еще дарит красивый оттенок волосам. Люблю, люблю, обожаю. Прям вот супер. Так, здесь у нас с вами уход за волосами. Салон Kia. Давно эту линейку тоже не покупала, потому что мои волосы очень начали к ней привередливо относиться. Несмотря на то, что салонный уход, у меня какая-то появляется пушистость странная. Странная. Видимо, моим волосам все-таки любы силиконы.
Домашняя аптечка будет по желтым ценникам. Прям рекомендую присмотреться, потому что здесь тоже все средства рабочие. И вообще вещь. Это бальзам с сабельником, вообще 135 рублей, это просто шикарно. Он невероятно вонючий, девчонки писали, прикалывались мои, что ж, домашние все в другую комнату убегают. Он невероятно вонючий, он просто вот, ну, сабельник, он сам по себе, у него очень яркая и далеко не всем приятная душка. Но при болях в мышцах, при болях особенно в спине, здесь вот сабельник, он больше как бы на кости направлен, да, когда есть какие-то проблемы с позвоночником и так далее, возможно, даже ушибы. Он очень круто помогает. Вот прям очень-очень круто. Невероятно рабочая вещь. У меня в последнее время он всегда должен быть. Так, что по блокпейну хотела сказать? Ну что, ну пью. Не могу сказать, что там у меня спина болеть меньше стала или еще что-то. Ну вот пью, пропью курс. Посмотрим, что будет интересного. БАДов у нас в этом каталоге нету новых. В следующем каталоге у нас будет интересная коллагеновая новиночка. Морской коллаген у нас будет. Будем обязательно брать, пробовать. Там, конечно, ценник не бюджетный. Может быть, по VIP-программе возьму немножко попозже, нежели вместе с VIP-новинками. 40% на прокладочки. По поводу новинок из серии «Дом» есть прям отдельный подробный ролик, отзыв. Все рассказала, все описала. Считаю, что они очень достойны. Стоит, конечно, попробовать. Ну, средства для мытья посуды обычные. С пометочкой 0+. В этом плане все отлично. Пенится замечательно. Спрей великолепный на лето. Мне очень нравится его распылять вот дома сейчас. Вот именно вот этот аромат прям зашел в точку. Давно ждали все новенький какой-то кондиционер. И, наконец-то, компания для нас его выпустила. Чему мы несказанно рады. Хоть какой-нибудь новенький аромат. То есть сейчас мне хочется еще. Мне вот хочется еще. Мне хочется всегда еще вот пополнение линейки Дом Фаберлик. Они почему-то в последнее время бывают редко. Много новой декоративки, много новых кремов. Ну, одежды, как всегда, белья. А вот линейка Дом Фаберлик почему-то пополняется редко. А мне прям хочется, чтобы еще какие-нибудь были ароматы насыщенные, яркие и так далее. Линейка Ума в конце скидки 50%. В следующем каталоге будет гораздо выгоднее ее брать на всю серию Ума, в том числе на подгузники, хотя здесь, смотрите, 60% на них, видимо, не берут. На всю абсолютно серию Ума будут желтые ценники. Прям вот на всю, даже на средства вот на эти. Поэтому в следующем каталоге обязательно буду еще пополнять свои запасы для деток. Lovely Moments у нас тут. И подарок для новичков. В этом каталоге классный набор средств для дома. Ну вот просто потрясающий. Средства для чистки духовок и плит, чистящие для ванны и универсальные средства для полов. Вот то, что всегда нужно. Вообще потрясающий подарок. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео в инфобоксе. И вот здесь вверху я вам в конце всегда оставляю, чтобы сразу можно с ролика кликнуть и перейти на регистрацию. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если остались какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. Кстати, по краскам я вам не рассказала, но по краскам там тоже отдельный ролик по детским. Новинок не так много было, да. Скорее всего, еще повторю. Хотя тоже на краске в следующем каталоге будут желтые ценники. Поэтому, может быть, потом и запасемся. Детям нравится. Детям очень нравится. Поэтому вещь классная. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.